Sparkle Roll Media Corporation, Shanghai Taihe Pictures и другие представляют. Совместно с China Film Limited, Huaxia Film Distribution и другими. Во времена правления династии Та, заинтересовавшись буддистскими сутрами, правительство Сюаньцзуна установило официальный контакт с Индией. Позже китайский дипломат Ван Сюаньце тоже отправился в Индию. Там он внес значительный вклад в развитие культурных связей. В 647-м Арджуна, канцлер Магадхи, попытался захватить престол. Во время второго посещения Индии, Ван Сюаньце, Арджуна отправил своих слонов перехватить его. Ван Сюаньце. Я генерал Бима. Я здесь, чтобы помочь вам одолеть мятежников. И город Раджгирпал. Вас сопроводят до Великой Империи там, где вы попросите военной помощи. С собой вы возьмете это сокровище. Генерал, судьба Магадхи теперь в ваших руках. Главные роли Джеки Чан. Генерал, мы возле границы империи Та. Впереди нас озеро, покрытое льдом. Боюсь, оно не выдержит ваш вес. Хорошо, подождите меня здесь. Я найду безопасный для вас путь. Фильм Стэнли Тонга. Ван Сюаньце, невредимым, пересек замерзшее озеро, но, оглянувшись назад, он увидел только снежную белизну. Генерал Бима и его люди пропали. Доспехи Бога! В поисках сокровищ!
Лучше Ван Цюань Цэ собрал войска вернуться в Магадхи и победил Арджуну и его боевых слонов. Один человек против всей страны, но генерал Бима и сокровища Магадхи исчезли. Куда он исчез? Вопрос все еще открыт. Возможно, он отправился обратно в Индию, но пропал ли он в Индии до сих пор? Послушайте, следующая лекция профессора будет посвящена тому, как Ван Цюань Цэ в одиночку совершил переворот в стране. Мы вас будем ждать, так что приходите вовремя. Может, тебе помочь? О, спасибо, но нет. Но спасибо. Прошу прощения. Мы эти реликвии сами приберем, а вы свободны. Ну, пока. Копии. Обычные копии. Раскрашена терракотовая армия при помощи минеральных веществ. Красные – киноварь. Зеленый – малахит. Синий – лазурит. Фиолетовый – чароид. Таким образом, мы можем восстановить изначальные цвета статуи, которые со временем поблекли. Идите сюда. Видите? Мы запускаем поиск. Теперь ясно, где какие были цвета. Новейшее открытие Джека. Большое достижение для всего нашего института. Ну, идите работать. Хорошо. Ладно, в чем дело? Мне нравится твой прямолинейный стиль. Идем. В студию. В мою студию? А зачем? Сейчас скажу. Индийский научно-исследовательский институт Раджастхана отправил к нам профессоршу. Профессор из Индии? Да. Она заинтересовалась твоей технологией определения цвета. Знакомьтесь. Это профессор научно-исследовательского института Раджастхана, доктор Ашмита. Очень приятно, профессор Чан. Ваша репутация идет впереди вас. Ваше исследование истории королевства Магадхи полезно и в Индии, и в Китае. Спасибо вам большое. Зовите меня просто Джеком. Джек. Доктор, как вы? В порядке, спасибо. Я Дзю Сяогуан, ассистент профессора Чана. Ты Дзю Сяогуан? Твоя диссертация просто гениальна. Вы читали мою диссертацию? Мы с ним работаем вместе. Меня зовут Ноуминь. Приветствую в Китае. Привет, Ноуминь. Привет. Но мы никто без профессора Ченя. Я им тоже восхищена. Профессор, ваше революционное открытие, восстановление цвета, может помочь моей работе. Прошу. Уши побереги. А то сгорят. Эта карта принадлежала генералу Бима. Я думаю, что с помощью карты можно найти потерянный отряд и само сокровище. Откуда она у вас? Она хранилась в нашем музее. Но карте больше 1000 лет. Она сильно повреждена. Ничего не разобрать. Ну, посмотрим. Сяогуан, аккуратней с ней. Ага. Попробуем восстановить. Хорошо. Я приехала к вам сюда с целью пригласить вас поучаствовать в совместной разгадке этой 1000-летней тайны. Таким образом, мы сможем укрепить научное сотрудничество между Индией и Китаем. Не говоря уже о том, что это всем нам на пользу. Отлично сказано. Надо же, Ашмита, я не знал, что вы в курсе геополитической обстановки. Профессор Чан – лучший археолог нашей страны. Минуточку, он – лучший вариант. Ну, оставлю вас. Подождите. Ашмита, Джек вам тут все покажет. Окей. Директор, этот старье надо выбросить. Я тебе поновее куплю. Пока. Пока. До свидания. До свидания. Мировой парень. Так показать вам вашу комнату? Конечно.
Эти дырки действительно черви проели? Или же это озера? Скоро выясним. И как она узнала, что у нас есть эта технология? А теперь правую ногу подними к голове. Слишком сложно. Сяо, уступи-ка. Давай. Класс. Можно и мне. Я тоже занимаюсь йогой. Ого! Отлично! Очень даже. Сколько всего! Спасибо! В сравнении с йогой это ерунда. Приятного аппетита! А вы кушать не будете? Нет, я тут голодаю. Удовольствуюсь этим. Так вы здесь тоже голодаете? Да, китайское голодание – это как индийский... оквас? В смысле, уквас? Оквас. Уквас. Бон аппетит. И что, он всегда вам готовит? Впервые вижу. Эй, гляньте! Он всегда так тренируется. Впервые вижу. Ты это видел? Впервые. Надо же. Как круто. Мы навестим одного парня. Он сын моего доброго друга. А этот друг всю жизнь провел, ища сокровища Магадхи. Его сын нашел эти данные после его смерти. Джонс. Дядя Джек. Какой дядя? Просто Джек. Джек. Надо же, давно я тебя не видел. Теперь ты вылитый отец. А раньше ты говорил, что я симпатичнее отца. Ты стерный язык, как твой отец. Это точно. Да куда мне до него? Мы оба археологи, а я искатель сокровищ. Твой отец тоже считал себя искателем сокровищ. И ты, похоже, решил закончить начатое. По телефону ты сказал, у тебя сюрприз. Какой? Идем со мной. Джонс, сын моего друга. Это доктор Аршмидт. Здравствуйте. Рада знакомиться. Очень приятно. О, Джонс, это... Вы, видимо, помощница Аршмидта? Ассистент, профессор. Ого. Приятно было бы узнать имя. Я Тая. Очень красивое имя. Спасибо. Ишь ты. Покраснела. Профессор. Мой ассистент. Здравствуйте, я Науми. Очень приятно. Привет. Эй, Сяогуан. Сяогуан. Привет, я Сяогуан. Ты помнишь то сокровище, которое твой отец искал всю жизнь? Вот карта этого сокровища. Профессор привезла ее из Индии. Ничего себе. А можно? Если хочешь ее рассмотреть, придется сотрудничать. Археология и охота за сокровищами. Ты не охотишься, а расхищаешь. Это незаконно. О чем это вы? Подумай сам. Это шанс доказать, что твой отец посвятил жизнь не какой-то там сказке. Хм.
вот мы и здесь. Эту золотую монету мой отец нашел в этой реке 10 лет назад. Вниз по реке отправилась целая экспедиция, но, к несчастью, они так и не вернулись. Понимаете, мой старик всегда верил, что монета связана с этим сокровищем. Но прошли многие годы, а я так ничего и не нашел. Можно взглянуть на нее? Прошу. Спасибо. Это не просто золотая монета. Это эмблема семьи Бима. Видите эти выступы? С их помощью она крепилась к доспеху. Она, видимо, принадлежала генералу. Генерал Бима и Вань Суан Цэ разделились во время бурана. Бима с трудом укрылся в пещере. Но зашла лавина, и они оказались погребены внутри. Генерал Бима, видимо, выбрался и оставил карту. Если это правда, это где-то здесь. Цяогуан, проверь температуру воды. Хорошо, профессор. Я помогу. Давайте посмотрим, откуда тут сходят лавины. Идет? Хорошо. Пойдемте. Осмотри окрестности. Судя по координатам, это в 3 часах вверх по течению. И там должен находиться исток реки. Дальше дрон лететь не может. Теперь вы сами по себе. Продолжайте. Удачи! Эй, прием! Мы подходим к истоку реки. Понял. Глянь-ка. Это здесь. Ого! Мы нашли исток реки. Рыбка, держи. Ну-ка. Боже мой! Так клёво! Давай, опускай в воду. Хорошо. Профессор, это изображение с камеры рыбы-дрона. Стойте. Видите? Это место возле поверхности. Да. Можете установить местоположение? Да. Дядя Джек, вот под тем синим флажком то самое подземное место. А до истока реки отсюда где-то 3 километра. Если бы Бима вышел там, он должен был провести в ледяной воде 7 минут, а это невозможно без акваланга. Нет, в йоге есть такая техника дыхания. Не забывайте, до рождения мы у мамы в животе провели 9 месяцев. Не то чтобы человек не мог выжить под водой, просто мы почти все забыли, как это делать. Мировой чемпион по нырянию задерживал дыхание более чем на 8 минут. И он тоже был йогом. Привет, Джек. Да, давненько. Что такое? Окажи мне услугу. Какую? Я сейчас в Тибете. А я тебе нужен? Верно. Зачем? Дырку пробурить. Дырку? Не простую, а во льду. Во льду? У меня как раз есть новое оборудование. Речь идет о сокровище. А что ты там нашел? Сокровище королевства Богатка. Интересно? Приезжай поскорей. Хорошо, буду через 3 дня. Отлично. Что еще? Может быть, массаж? Люблю, когда остро. Профессор, чай такой вкусный. Попробуйте. Спасибо. Спасибо. Ароматный. Знаешь, что это? Вожак волков созывает стаю. Где? Вон там. У тебя за спиной. Я вижу их. Вон там двое. Это разведчики. Эй, Джонс, идем. Куда? Волкам. Куда? Угнем. Цяогуан, смотри за огнем. Я за главного? Так, я с вами. Помните. Погоди. Мы должны быть злее. Куда они? К волкам.
Мы в их угодья. В угодьях. Теперь это наши угодья. Да. Джонс. Что? Помнишь, чему тебя отец учил? Конечно. Отличное кунг-фу. Покажи. Сердце, разум и мышцы являются тремя внутренними элементами. Ступни, колени, локти. Три внешних элемента. Дальше их досягаемости не бей, но бей точно и чисто, когда дистанция позволяет. Бей тогда, когда нужно, и наповал. Ух ты. Слова — это слова. Ты хоть тренировался? Немного. Немного, значит нет. Почему? Может, я и так хорош. Ты такой же, как твой отец. Давай потренируемся на волка. Ладно. Вот тебе еще одна наука. Верхняя и нижняя часть движется синхронно. Давай. Силен. Очень хорошо. Давай, давай. Нижняя часть работает, верхняя чуть позже. Теперь работают верхняя и нижняя часть, и ты двигаешься вперед. Хорошо. Работай запястьями, держи равновесие. Сбрось захват. Двигайся быстрее. Эй, ты. Что это? Работаю головой. Ага, отлично. По шее. Так сильно. Прости, не рассчитал. И не забывай про дистанцию. Так, ослабь захват. Солнышко! Ты бы не мог заткнуться и просто драться. Эх, мальчишка. Ну давай, вставай. Китайское кунг-фу – часть китайской культуры. А тебе ее еще учить и учить. Совершенству нет предела. Этот волк на меня пялится. Эй, забей на него. Идем. Эй, эй, куда вы? Эй, ну вы чего, ребята? Обождите. Идем. А как же он? Не волнуйся, сам слезет. Обождите. Сёгуа, я же сказал присматривать. Надо же волков отпугнуть. Ну, я и предложил снеговиков наделать, чтобы волков напугать. Ты напугал? Помогите! Снежки, скорее, отпугнем их. И, блин, раз, два, три. Раз, два, три. Если бы они тебя догнали, то кормились бы тобой года три. А Шмидта с китайцами, и похоже, они нашли место. Так что надо за ними внимательно следить. Милостью богов мы найдем то, что по праву наше. И честь моих потомков будет восстановлена. Раз и навсегда. Thank you.
Просто невероятно. Идеально. Современные буровые установки изумительные. Осторожней. Давай, Джек. Удачи. Надеюсь, все обойдется. Берегите голову. И как тут внизу красиво. Давайте, спускайтесь вниз. Хорошо, понял. Мы нашли потерянный дар Магадхи, предназначавшийся династии Тан в 647 году. Местоположение в 30 метрах под поверхностью льда. Внутри айсберга. Очередное большое открытие. Поздравляю. Не без твоей помощи. Нет. Руки вверх. Давай, вали туда. Что такое? Талая вода в итоге вытащила большое подземное озеро, из которого берет начало река. Именно по ней мы и вышли на это место. Генерал Бима нашли эту пещеру, и она стала их укрытием от снежной бури. Но в итоге их здесь и похоронило. Без доступа воздуха они умирали очень быстро. А это что такое? Мин нашла останки солдата Магадхи. Подержи-ка. Нет, нет. Просто держи. Мы археологи. Это же ерунда. Что такого? Что там такое? Тела не разложились из-за холода. Страшно? Я с тобой. Все в порядке. Настоящее золото. Это древние индийские монеты. И что ты там так отчаянно долбишь? Это кажется подушка Димы. Его подушка? Сколько же тут золота? Не двигайся. Эй, не стреляй! Вставайте, живо! Так, прошу. Некоторые называют это судьбой, некоторые — предначертанием. Но я называю стечением обстоятельств. Кто? Тебе не важно, кто я. Важнее то, что все это принадлежит моим предкам. Кто такой? Он 79-й. Обойдемся без истории. Будем жить настоящим. Все это принадлежит моей семье. Нет. Все здесь, согласно закону, принадлежит государству. Здесь я самый главный. Выносите сокровища. Их свяжите. Пусть замерзнут насмерть.
Есть, босс. Бежим, бежим! Джек! Эй, не вздумай! Осторожно! Он всего лишь профессор. Беги, беги! Что ты там прячешь? Ничего. Проверь ее. Давай, что там? Не двигайся. Чем нужны? Мир? Да. Эй, а ну стой! Убедись, что никто не выберется. Убейте их все. Профессор, мы тут замерзнем. Сёгу, вон тот меч. Подень ногой и подтолкни ко мне. А так можно? А почему нет? Тебе кто-то запретит? Он мертв уже 15 веков. Кажется, я хочу сменить работу. Погодите! Йога! Вы тоже можете? Конечно! Мои руки! Не надо! Джек? Боитесь? Пусть дыхание идет вдоль позвоночника. От промежности к третьему глазу. Пусть легкие заполнятся. Но сосредоточьтесь на третьем глазе. А теперь выдохните. Пусть струится вдоль позвоночника. Пусть позвоночник руководит телом. Вдыхайте. Выдыхайте. Вдыхайте. Выдыхайте. Поняли? Не очень. Я сделаю по-своему. Ладно. После вас.
Держитесь. Потерпите немного. Джек? 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 Вы в порядке? Джек, что? Что такое? Джек, что? Да, сейчас. Так. Хорошо. Так, и я пойду поищу кого-нибудь. Подождите, я скоро. Профессор Чин, судя по анализам, со здоровьем у вас все хорошо. Но я бы рекомендовала вам полежать у нас. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Профессор Чин? Директор Лю. Директор Лю, садись, садись. Профессор Чин, ты нашел сокровище Магадхи, подаренное династией Тан. Очередной успех китайской археологии и всего мира. Это ведь часть нашей работы. А тех налетчиков поймали? Наши полицейские перехватили их на трассе. Смотрите, здесь письма с поздравлениями. Позже почитаешь. Ну, мне пора. Есть кое-какие важные дела. А ты отдыхай. Спасибо, спасибо. Ну, пока. Забудьте о нем. Пока, пока. Профессор, неужели столько много благодарностей? Это все ерунда. Важнее выполнить пожелание Ван Сюаньце. Найти солдат, которые были там с ним. Они, конечно, были простолюдинами, но они тоже часть истории. Профессор! Что? Сокровище Магадхи. На будущей неделе на аукционе в Дубае. Это мне Ашмита прислала. Профессор, она вам кое-что написала. Джек, это не просто алмаз. Это ключ к сокровищу Магадхи. Мы должны его вернуть. Ашмита. Похоже, нас обворовали. Мы должны вернуть алмаз. Дубай. Эй, Джек. Это Амир. Я говорил, он мой приятель. И слушай, он без проблем пригласит тебя на верблюжьи бега. Ему в радость. Ты хоть внимание на него обрати. Ваше высочество, спасибо вам за гостеприимство. Пожалуйста. А вон тот принадлежит моему отцу. Тот, что впереди. А если твой верблюд победит? Видишь все машины? И сколько такая стоит? Победитель получит машину. У твоей семьи, наверное, куча машин. Мой отец ни разу не выигрывал. Что? Давай, давай, давай! А что он там делает? Управляй плеткой, видишь? Там плетка. Ты бы поберег силы. Завтра нужно будет выиграть алмаз. Не волнуйся, я всегда готов. Он будет нашим. Смотри, вон, вон. Твой верблюд догоняет. Ну же! Давай! Жми! 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 Давай, бегом, живее! Отлично! Как здорово! Я у берега. Где ты? Возле бассейна. Я его не вижу. А ты? Да, я нашла Джонса. Он передо мной. Я иду. Такой большой? И как его носить? Он не настолько велик. Есть и в 10 раз больше. Он того стоит. Прошу в зал. Спасибо.
Дамы и господа, добро пожаловать на аукцион. Сегодня мы будем торговаться за потрясающий алмаз в 220 каратов. Обязательно так откровенно. Это же пляж, здесь все в купальниках. Так что, что такого? Мне все равно, в чем все. Это не повод мне дерзить. Эй. Да. Ты опять краснеешь. 200 миллионов долларов, дама в углу. Спасибо большое. И от девушки в белом. 102 миллиона. 110 из того угла. 110 миллионов долларов. Услышу ли я 120? 120 миллионов. А вот и 120. Спасибо большое. Погоди-ка. Нам денег-то хватит? Просто сделай сложное лицо. 130 миллионов долларов. Это же принц? Чего? Принц? Да. Привет. Услышу ли я 140? Это принц Египта. Придерживайся плана. У него куча денег. У нас не хватит денег. Мне плевать. Мне нужен алмаз. Мы уже выиграли. 150 миллионов от мужчины в углу. 150 миллионов долларов. Пап, 150! Теперь точно все. Но это ведь важно. Я могу еще дать миллион два. Но 150? Это ключ к сокровищу. Слушай, я знаю. Ты лучший археолог. Но ты можешь гарантировать это сокровище? 160 миллионов долларов. Дама в белом. 160. Зачем подняла? Ну, я думала, ты сам хотел. Понимаешь, это алмаз королевства, Магадхи. Он также ключ, как сокровищу. Мне плевать, я... Погоди-ка. Может, они поднимут? Продано! Сокровище наше! Вы это видели? Послушайте. Слушайте. Вечеринка. За мой счет. Рэндалл был побит. Следи за ним. Ага. Извините, прошу прощения у всех. Вечеринки не будет. Почему? А чего вы не сказали, что приедете? Мы еле нашли. Извините, вечеринки не будет, но позже мы еще увидимся, и я проставляюсь. Я понимаю, брат, прости. Пока тогда. Зачем ты украл алмаз? Ты же говорил, что хочешь исполнить волю отца. Вы археологи. Вы же извлекаете вещи прошлого в будущее, чтобы люди дорожили ими, хранили их. А? Так вот, мой покупатель будет им дорожить точно. Потому что он за него раскошелился. Давай-ка я поясню. Если мы не вернем алмаз в КНР, из-за тебя профессора осудят за расхищение достояния республики. Не волнуйся, может, мы и правда найдем сокровище. Уже может быть, ты издеваешься. Вы что здесь делаете? Не твое дело. Послушай-ка. Совсем сдурел, а? Получишь ведь. Он для тебя слишком велик. Моя рука. Папа! Помоги, Джек! Эй, Джек, убери его. Беги, беги. Нет, нет, не бей. Отдам, отдам. Я знаю, что пристегнуто. Я уже открываю. Подай, беги. Живее. Только не мне. Отдай. Конечно, забирай. Сердце.
что у тебя с сердцем? Валим! Что с сердцем? Ты его только что разбил. Присмотри за отцом. Папа, папа, в порядке? Мне чуть руку не оторвали. Что это? Что это? Шурум-бурум какой-то. Они украли алмаз. Он их преследует. Что? Они в фойе. Живо, бежим. Босс. Ходу, ходу. Машины. Езжай. Вы что творите? Эй, профессор! 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 Что теперь делать? Нам нужна машина! Припаркуй. Машина есть! Живо, живо! Погоди, а мы куда? У меня есть машина, идем! Ты мой язык понимаешь, или ты тут? Патруль 511. Несколько машин устроили погоню на проспекте Шейх Заид. И несутся во встречной. Я направляюсь к Абдулла на перехват. Осторожно! Ты в порядке? Ты понимаешь меня? Патруль 511, диспетчер, в камере сидит стрелок. Мы направляемся к бухте. Объезжай! Пронесло. Твоя машина! Ногу поставь на газ. Ты что делаешь? Алмаз вернуть надо? Ладно. Держись, братец! Салям алейкум! Не злись, а! Джек! Он у меня! Молодец! Патруль 511. Мы установили дорожный заслон.
черт! Профессор? Я тут посижу. Лев! Лев! Хорошая хиса. Джеки? Прямо как меня. Крошка Джеки. Эй, крошка Джеки. Джек. Абу Джеки. Крошка Джеки. Крошка Джеки. Джек, где алмаз? Мы его упустили. Живо сюда. Крошка Джеки, что такое? Камень ценой 150 миллионов. Эй, пацан, зачем ты меня так подставляешь? Я бросил алмаз женщине на мотоцикле. Ты была Шмидта. Она изначально нас обманывала. Я думаю, она за них. Сейчас не поймешь, кто хороший, кто плохой. Но нужно уметь отвечать за свои поступки. И вернешь все деньги. Именно. Слышал? И до конца месяца причем. Аукциону-то оплатить нужно. Они-то не простят. Найдем ее в Индии. Нужно заявить полицию. Кто знает, сколько мы всего переломали. Индия, неделю спустя. Привет, а вы иностранка? Да, я получаю степень в истории культуры и учусь у Шмидты. Зала разделена на три части, в каждой по 9 арок. Они изготовлены из красного камня и скреплены известковым раствором. Ну, давно не виделись. Профессор, это Дзянь Вэнь. Здравствуйте. Привет. Учишься? Да, я из Пекина по обмену. И еще я обучаю профессора Ашми китайскому. Доктор, прошу прощения. Профессор Чан из Китая. Очень приятно. А мне тем более. И мне очень приятно. Вы из самого Китая? Да. Вы ее знаете? Да, очень хорошо. Я ее встретил в Китае. А, я понимаю, о ком вы. Занятие окончено. Идемте со мной. Сюда, пожалуйста. Чтобы найти вас, она представилась мной. Но действительно, она прямой потомок королевской семьи Магадхи. Она принцесса? Ничего себе! Она тут одна живет. Класс! Да, я действительно принцесса. Джек, здоровайся. Добро пожаловать. Это все ни к чему. Я пришел за алмазом. Джек, спасибо, что помогли мне его найти. Я знаю, что поступила неправильно, простите. Но у меня не было иного способа заманить вас в Индию. В конце концов, вы лучший археолог Китая. Не льстите мне. Не желаете пройтись? Конечно. Прошу, садитесь. Джек, моя сестра. Она же ваша помощница? Нет, я ее сестра. Извините. Намасте. Здравствуйте. Джек, вы нам нужны. Помогите с помощью алмаза раскрыть тайну сокровища Магадхи.
Что такого особенного в этом алмазе? Дзянвэнь, можешь рассказать им об истории этого камня? С радостью. Это глаз Шивы. Обладающий им будет обладать всем миром. После перерождения Шивы, его третий глаз остался в мире смертных. Согласно легендам, он ключ к царскому сокровищу Магадхи. Тысячи лет назад Арджуна узурпировал престол. Но его больше всего интересовали царские сокровища. И поэтому так важен этот алмаз, как ключ. А кто тут парень из Дубая? Зачем ему этот камень? Это Рэндалл, последний потомок Арджуны. А что-нибудь еще известно? Да. С тех пор, как был найден алмаз, он был установлен скипетр, символизирующий высшую власть Магадхи. Поэтому алмаз и скипетр — единое целое. Но как с их помощью открыть путь к сокровищу? Это мы еще не выяснили. Джек, вам нравится ваш наряд? Да, только слегка жмет. Пора ехать за Джонсом. До скорого. Пока. Осмотрим карту. Вот это храм Амала. Он состоит из 27 зданий и построен в ведический период. Согласно легенде, сокровища там. Каждый год во время праздника солнечный бог открывает путь света. Я думаю, если мы его найдем, то найдем и сокровище. Что скажете? Ведические архитекторы строили храмы, полагаясь на астрономию. Я видел книгу об этом. Может, с нее и начать? Васту-шастра? Это самая древняя книга по архитектуре. И я знаю, где ее достать. Вот странно. Что? Почему камень не точно в центре? В Древней Индии люди сочетали архитектуру и астрономию. А какой был зодиакальный знак у царя? Близнецы. Постойте. Смотрите, это храм Амала. Видите, линии выстроены в созвездии дракона. То есть его знак не близнецы? Тубан, что это? Это значит голова змеи, северная полярная звезда в созвездии дракона. Я думаю, путь к сокровищу Магадхи как раз и указывает эта звезда. Но, судя по карте, это меньше из зданий. Царь ведь хотел скрыть сокровище. И то верно. Но это еще нужно проверить. Так, я сделаю фото. Хорошо. Ашмита и профессор кое-что нашли. И ждут нашего возвращения. Это самый популярный из местных рынков. Здесь часто выступают бродячие артисты. Он огнем дышал. А я про такое слышал. Это же индийский фокус с веревкой. Да ты довольно много знаешь. Это традиционный древнеиндийский трюк. Ван Сюанце тоже о нем упоминал. Как он это делает? Индийская магия. Арева! Серьезно? Идемте с нами и останетесь целы. Бачао!
Скорее сюда! Идем со мной, а то получишь. Ты в порядке? Пошел! Иди, Джек! Бей! Садись! Живо! Поехали! Мы им нужны зачем-то? Иначе бы нас уже убили. Нас, видимо, взяли в заложники. Привет, Джек. Босс тебя ждет. А ты? Жди в машине. Прошу, идем со мной. Джек, привет. Добро пожаловать ко мне в гости. Знаешь, если честно, без них ты симпатичнее. О нет, кажется, он догадался. Этот приятель их посторожит. Смотри, какие благородные. Разве не красавцы? Джек, люди говорят, что лев – царь зверей. Я не согласен. Джек, вот эти уродливые создания, вот в них есть что-то особенное. Они своих жертв не упускают. Джек, помоги! Они охотятся во тьме, нападая в удобный час. И они готовы убить любого. Что тебе нужно? Ты знаешь, мои предки жизнями жертвовали ради сокровища Магадхи. Ее семья прячет его от нас последнюю 1000 лет. Джек, мне нужно его вернуть. Забирай, отпусти их. Да плевать мне на алмаз. Мне нужен ты. Помоги открыть сокровище. Я даже не знаю, могу ли я. Ты разве не лучший археолог Китая? Дело в том, что это сокровище унесло многие жизни. Царство, которому оно принадлежало, давно погибло. Материальное отличается от нематериального. Нематериальное и материальное. Слушай, Склифосовский, извини, что прерываю. Ты знаешь, что буддизм переехал из Индии в Китай 2000 лет назад. Да и хер с ним. Открой сокровище, или они умрут. Профессор! Профессор, не уходите! Я начинаю волноваться. Я схожу, посмотрю. Береги себя. Похоже, профессору не до нас. Мы сами выберемся. Так. В смысле, да, ты умный, но... Я тут умру. Мы все умрем, вообще все. А я умру сейчас. А я не хочу.
Ну ты чего, не плачь. Эй, слушай. Мы что-нибудь придумаем, не плачь. Ну не знаю. Помоги мне. Помочь? Ты про нос? Да. Моя рука. Уже получше? Почти. Эй, Джонс! Джонс! Сёгун? Спрыгивай сюда и выпусти нас. Там гиены. А ты быстро, на клетку. А как спуститься? Просто спустись. Погодите. Так, ладно. Сиогуан, ты что делаешь? Иду им помогать. Там же целая куча гиен. Видишь ли, они все самки. Соблазню их свежим мясом. Осторожней. Сиогуан, сзади, сзади. Вот, держи. Еще немного. Я вам не Геракл. О, нет! Нет, нет, нет! Нет! Залезай. Ой, потише. Боже, собаки. Джонс. Джон, Джон. Да ну пыш. Плохая собака. Плохая собака. Джон, помоги. Уйди отсюда. Джонс, Джонс, помоги мне. Хватайся! Давай! Крепче! Расстегните ремень! Помогите мне! Вот и ладушки! Валим! И что нам делать? И что теперь? Выйдем там, где он вошел. Когда скажу бежать, беги изо всех сил. Ясно? Хорошо. Я их отвлек. Идите сюда. Беги! Чего ждешь? Ладно! Беги! Живо, живо! Прыгай на меня! Сиогуань, давай наверх! Хватайся за ногу! Держись крепче! Он в меня вцепился! Все
все хорошо. Лезь, давай. Дай руку. Все в порядке. Ты в порядке? Ты цел? Да. У тебя кровь. О, как больно. А укус ядовитый? Можешь яд отсосать? Нет уж, езжай в больницу. Или пусти нас сосет. Что? Мы можем уйти. Не думаю. Смотри. Это тот самый храм. Нам можно войти? Не думаю. Конечно, можем. За мной. Иди. Прошу, не надо. Пожалуйста, выйдите. Ну да. Уберите его. Уберите его, откройте ворота. Здесь сплелись наука и искусство древней Индии. Дайте мне скипетр. Дай сюда. Мне нравится Индиана Джонс. Ты шутишь? С чего ты решил? Технология. Посмотрите туда. Разойти. Здесь изображены 7 созвездий. Это бык. В Древней Индии о них тоже знали. Каков ваш знак? Ирис. Скорпион. Стрелец. Овен. Что напротив Ириса? Причем здесь эти суеверия? Соберись. Близнецы. Близнецы. Что? Держись крепче! Крепче держись! Боже мой! Тише. Ладно, ладно. Не двигайся. Прости. И ты прости. Вот срань. Не двигайся. Я ее сбросил. Спасибо. Джек! Зачем ты так со мной? Я же сказала, что объясню все твоему государству. Джек! Джек! Это другая. Та же самая. Правда? Джек! Сделай что-нибудь!
помоги мне! Джек! Держись крепче! Не могу! Ты в порядке? Да! Не беспокойся! Хорошо! Видишь нишу? Где? Да! На счет три! Хорошо! Раз, три! Ты цел? Джеки, держись! Дай мне так. Может, там можно выбраться? Ясно. Давай. Больше никогда не считай. Вот они. Весело вам тут? Да. Но мы можем уже идти? Только вперед. За ним. Есть, сэр. Джек? Ребята? Ребята? Не уходите, постойте. Не бросайте меня! Эй! Именно об этом я и говорил. Это особая вещь, посвященная, священная. Такие больше не делаю. Налетай! Точно, погнали! Доставайте снарягу и начнем. Вы что делаете? Вы что? Стой! Пожалуйста! Это же истинное... Отойди! Эй, Джек, знаешь, сколько золота в пагоде? Около 2000 тонн. А в нем еще больше. И, конечно, тут еще сундуки полные сокровищ. А что там? Эй, не трогайте! Ребята,
Эй, ребята, что? Можете меня снять? Дай подумать. Мы потом вернемся. Прошу, не уходите. Вернись, блин. Не бросай меня здесь. Что за ерунда? Бесполезняк. В сундуках нет золота. Эй, эй! Что вы делаете? Ты это про медицину. А это про буддизм. Ты не понимаешь, кто владеет глазом Шивы, владеет всем миром. Но речь шла не о деньгах. Это знания, которые помогут улучшить жизнь людей. Эти идеи лежат в основе современного мира. Ты слеп и не видишь этого. Мы как раз живем в современности, а это старый клад. Это сокровище. В нем есть сила изменить всех нас. Итак, по-индийски, не учи меня законам моей страны. Я их куда лучше знаю. И не забывай, Джек, я следую закону своего рода, который намного... Эй, там кто-то есть. Ребята, у нас гости. Взять их. Вперед. Знаешь, почему он там? Море горечи имеет низкие берега. Обернись и увидишь его. Что это за хуя? Бегите! Сюда! Отпусти ее. Ты. Думай о себе. Hey!
Девять драконов заключают союз. Девять драконов убивают тигра, индийского тигра. Удары ногами, ключ к успеху, китайская кунг-фу. Еще раз пнешь меня по ногам, девка сдохнет. Не пинай его! Саечка! Отличный удар! Не смей! Я же говорил, сокровище не твое, оно принадлежит всему миру, всем людям. Отлично. Опусти кулаки. Милый. Ты в порядке? Да, ты. В полном. Главной роли Джеки Чан. Мы
Доспехи Бога в поисках сокровищ.